Я встретил гонца на пути, весенний ветер играя, раскрытым письмом шелестит. Ученик шел домой после треньки, слово мастера нес в голове. К сожалению, гопник не знал, как правильно нужно ударить. Ученик весь в крови на земле. Приветствую вас, блуждающие по безграничным путям познания. С вами Федорович. Из этого видео вы получите много энергии чи и наверняка наполните свои 150 килограмм тела нереальной силой. Но сначала я бы хотел вас предостеречь от нелепых ошибок, которые допускают все начинающие мастера. Вы все правильно поняли. Это набор бестолковых учеников, которые никак не могут понять, что им нужно делать, и ставят мастера в неловкое положение. Какой пастух, такие и овцы. Вы наверняка уже приготовились поглощать небесную энергию после поглощения земных пельменей. Но сначала давайте начнем с чего-то простого. Ну, например, как раскидать 6 гопников. Есть люди, которые могут задавить своим интеллектом, а есть люди, которые могут задавить своим пузом. Надеюсь, вы уже подготовились и сможете освоить науку настоящего мастера. Сейчас я его завалю через подсоединение к его потоку. Он хочет меня толкнуть, а я пропускаю его силу через себя и возвращаю в его дрыщавое тело, которое не может выдержать моей мощи. Я стою здесь и пока не придумал, чего бы такого умного завернуть, ну, короче, он падает, потому что я ему так сказал. Сейчас я, продавливая эту бренную землю своей божественной массой, отчего небесная энергия проходит к ней на помощь и приходит через меня, соединяя все 5 стихий в моем мощном пузе, и нахрен ломаю этого чертяку. Лучше жен могут быть только жены, на которых еще не бывал. А лучше мастера может быть только начинающий мастер. Если вы именно такой мастер, который еще не успел набрать свои 175 кило супермощи, не расстраивайтесь, ибо даже дрыщ может творить чудеса с энергией чи. Если вдруг вы в кимоно с черным поясом гуляете глубокой ночью по парку, и на вас нападают 2 гопника-смертника, просто махните руками. Все, этим горбатым равликам конец. Но если вдруг они не успокоятся и позовут своего кента-борца, который начнет вас душить, просто закрутите все лучи вокруг себя и уничтожьте этих балбесов. Ценность плаща познают в дождь, а практичность приемов в бою. Но есть мастера, для которых реальность и практичность ударов не важна, ибо их сила может любой удар превратить в пыль, а из любого приема сделать сверхэффективную технику. Если вам в жизни невероятно повезло и против вас на бой выйдет несчастный боксер, даже не пытайтесь с ним драться. Просто опустите руки и ждите его жалкие удары, прямо как я. Все эти спортсмены отморозки и ни на что не способны. Я с легкостью принимаю удар на свою костлявую грудину, ибо мастер запрещает мне набирать массу больше, чем у него.
И все равно ломаю к херам его кулаки своими сиськами. Все, пацану конец. Ничто так не украшает женщину, как временное отсутствие мужа. А ничто так не украшает мастера, как отсутствие жестокости. Если вы такой же добрый и нежный одуванчик, как наш следующий мастер, тогда техника уничтожения дыханием именно для вас. И вот оно движение как бы. И вот это. Вот она сейчас рука. И вот я. Вдохнул. И вот уже ее у тебя нет, да? А вот вернул. Ну, вообще можно брать. А ее можно брать вот. На вдохе я взял силу. И вот отдаю. Вот взяли движение. У импотента детей не бывает, а у жестокого мастера ученики есть. Если у вас есть враги, которые должны вам денег, сильно вас обидели, да или просто не нравятся мордой, вызовите их на бой и подвергните их нереальным, тяжелейшим мукам. Мастер, не надо, пощади! Я буду отдавать тебе пол зарплаты, чтобы ты не отказывал себе в столичной и пшеничной. Я готов жарить тебе картошку на смальце каждый день, чтобы твоя масса росла. Только не прекращай мое жалкое существование. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, вы будете изучать добрые приемы или мучительные. А поддержать канал и получить мою благодарность зарядом силы Чи, вы можете, став спонсором канала, даже за символическую сумму в пару долларов по ссылке в описании. Или возле кнопки подписаться, обретя таким образом вечное бессмертие и славу мастера. А если вы хотите привести себя в форму и освоить навыки самообороны и ударной техники, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании. Также подпишитесь по ссылке на телеграм-группу «Движуха с Федоровичем», куда я даю полезные фишки, наработки, мотивирую и анонсирую предстоящие спортивные движухи. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках.